Всем привет. Привет. Будем ужинать. Фух. Холодно на улице. Погода такая. Знаете, ветра нету. Гадкая. Здесь макароны, три котлетки, салатик с ментаем. Попробую сметану, домик в деревне. Я порошковую не очень люблю, но это, говорят, вкусное. Ну, это хорошее. Сразу никакая не реклама. И мне пускай котлеты зажариваются. У отца котлеты пусть зажариваются. Я не стал зажаривать, разогревать. Поем. Всем вкусного ужина. Доедай этот салат уже. Домучь его наконец-то. Угу. Че, куточка попала? Печенье с миндалем. Такое ароматное. Чего? Печенье. Печенье, оно, кстати, оно нормальное, оно как сочное, оно такое рассыпчатое, вкусненькое. Вкусненькое. Что-то добавляет такое. Аромат. Там свет не включен на улице? Нет. Звонок есть, телефон есть. А? Ну, вот, кстати, печенье неплохое, вот это вот нормальное печенье. Хорошее. Угу. Мутанная, что ли? Что у тебя попадается? Это не на меня там. Я вспомнить не могу, что за вкус. Нормально. Нет. Сильный, насыщенный. Сушеный чернослив на погоду. Нету там чернослива, там не на дна. Хлопья овсяные, что там масло, или маргарин, что там есть, потому что он такой там супчик, но он не сухой, на масло. Интересно, сегодня наши местные новости будут? Кого? Я говорю, интересно, сегодня наши местные новости будут? Да, будут. Сейчас будем.
Вот, все, рабочая неделя идет. Не знаю, вот они первого работали. Кого? Еще доливаю в чайник воды, включай. Ох ты, еще как-то. Че, все выключил? Зажарилось там. Сейчас я поставлю. Чайник отличу, включи или доливай. Там нагреваем. Здесь тоже разогрел. Да, я не стал разогревать, не хочу. Так, понятно.
бери. Ну, наел сразу. Быстро нахватался. Наелся. Чернослив. Чернослив. Включи меня. Будешь, да? Да в этой сковороде вообще плохо это поджаривается она. Ну то это алюминиевая она. Она алюминиевая. Пригорает. В чугунной ну, хорошо. Не жарит, не обжаривает. Ну пирожки на ней нормально жарят. Пирожки, чебуреки, так вот масло где много, а так и поджаришь. Угу. Все, чайник кипит. Там что ешь, там осталось вот две вилочки, Игорь, ну что это такое, ну? Уже не лезет куда. Да, да. Ой, покушали, понемкали. Пирожки вот так. Ой, ладно, приятного аппетита. Так, ну я что тогда, продолжаю красить. Покушали, я включал на несколько часов обогреватель, на пару киловатт. Пусть он у нас работает, штанишки подтянем, потому что на улице-то дубак. Ладно, лишний хлам потом разложу, потому что когда начал стройку, там одно вытащишь, другое вытащишь. О, тут я за пару часов маленько нагнал тепло. Буду использовать вот такую краску. Я предварительно постелил газетки, потому что надо будет приподнимать и низ окрашивать. Фиг с ним, газетка приклеится. Внизу не видно. Но все-таки надо докончить. Сейчас краску хорошо размешаю. У нас нету морозоустойчивой краски. Я там посмотрел в больших отделах. Обычно со снежинкой. Но я выбрал самую оптимальную. Так, газетки, гвоздик, надо хорошо размешать. В емкость я наливать не буду, по идее в емкость... В емкость, когда наливаешь какую-нибудь емкость, вырезаешь с 1,5-литровой пластмассовой бутылки, чтобы краска постоянно чистая была. Я так делать не буду. Ведь у нас же акустика-то дворовая, гаражная. О, идем. Так, мне надо взять, знаете что, перчатки, руки погреем. Все равно плохо, когда этот, прохладно. Ну, я сейчас тепло под нагнал. Сперва одну покрасим.
Так. Буду красить аккуратно, как в перчаточках. Ой! А, шустрее это все делать. Надо хорошо размешать. Обычно под низ газетку. Ну-ка. Дайте-ка я газетку. О. Черный глянец. Так, где-то у меня здесь гвоздик. Гвоздик. Поехали. Родители уже отдыхают. Я потихоньку здесь сам с собой в гаражике. Мы закончим окраску. Подготовим провода, разведем. Четырехжильный провод. Просто побыстрее это все закончить. Оп, тихо. Стоять бояться. Ну да. Так, придерживаем. Тут смазываем. Ага, со стенок что мешали. Черный глянец. Ну что, поехали те. Помаленьку начнем. Так, надо по идее будем, чтобы капелек не было. Чуть пропитывается. Хорошо у нас пропитается. Так как доска не окрашена, у нас по идее две таких банки. Знаете, что я не сделал? Самое основное, что я не сделал, снизу начать. Вот так вот я буду делать. На газетку прилипнет, фиг с ним. Так. Стоп. Ждем. Что я забыл? Надо наклонить. Наклоняем. О! Тихо! Стоять! Стоять! Газетки подставляем. А потом на газетке опустим, фиг с ним. Приклеится, приклеится. Надо здесь прокрасить. Самое главное, основание прокрасить. Потому что где больше всего нагрузки. О! Сейчас будем прокрашивать. Там сюда на основание нужно побольше. Тихо, маленько. Да, процесс не быстрый, но все же. Краска защитит от этого, от всего, от
растрескиваний. Так, штаны подтягиваем. Побольше ее сюда нужно. Низ-то никто не видит. Побольше. Фиг на ее на эту газету прилипнет. Ну и фиг с ним. Кто внизу же видит? Внизу никто не видит. Тихо. Внизу у нас никто не видит. Так, стоп. Капелька. Можно, конечно, было из баллончиков. Ну, я так, по старинке. Я по старинке, ребята, девчата. Я прям по стариночке. Сейчас все как замажу. Ништяк, ништяк. Так, дальше что у нас? Опа! Ага. Сейчас я тебя поставлю. Надо разом ставить и не шевелить. Опа! Газетка прилипнет, ну и фиг с ней. Дальше не шатаем, ничего прям не расшатываем, надо штанишки подтянуть. Штанишки спадают, кушаешь пельмешки на пельменной диете. Оп, тихо, осторожно. Получится красота.
Одна банка, одна колонка. Полы неровные, вот так вот. Красим, 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 красим. Опа! Так, сперва четыре стены покрасим, вот эти все, а потом посмотрим, чтобы на дыре останется. Красота аж получится. Неописуемая. Красота, красота. Лепота! Лепота и лепота. Нормально. А что не нормально? Отлично получится. Надо нам одну вот эту банку растянуть, хоть она и 0,9, но все равно. Потом только вот эти джин внутри начнем. Каждой по банке. Красота, красота, это наша красота, сынка. А, потолще. Так, так придавить. Красота, красота. Это наша красота. Красиво. Don't worry, be happy.
Так, дальше что у нас? Вверх. Пойдем наверх. Пойдем наверх, наверх, наверх. Полны вот эти деревяшки, поэтому качаются. Деревяшки неровные. Ай, красота темная. Да, времени много потратишь, пока. Да и не так много времени потратил. Это я, получается, за 3 дня собрал. Если я сейчас покрашу, значит, они собраны за 3 дня. За 3 суток. Да. На 4-й день можно уже устанавливать провода и блины. Ну их пока нету. Знаете, звук будет сочный. Вот эти рупора, драйвера называются, пищалки. Они, я их вот настроил с конденсатором, специально подобрал к усилителю, отдельно на канал пойдет. Я имею в виду на выход усилителя, если кто-то вот смотрит и вообще мало кто чего. Они будут шикарны. Звук будет отменным. Слышно будет за 2 километра. Ну, нам этого не нужно. Нам этого не нужно. Потому что это давить на ушки будет, на все это, все прекрасно понятно. Хоть с обогревателем тепло раскочегарил. Не надо печку затапливать. Пока, думаю, есть возможность. Сделаем. Сделаю. Как этот. Как его стоит-то. Краска густоватая. Сама по себе. Густая — это хорошо. Краска густая — это наоборот хорошо, что она ложится удобненько. Она не будет бежать, но расход у нее больше. Так, нам надо эту банку растянуть на всю колонку. В принципе, думаю, по моим наблюдениям, хватит на
всю колонку у нас хватит. Дедим, 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 дедим. Так вот надо краску лишнюю. Красота неписуемая. Да? Я отсюда вижу, что красиво. Так, меняю, правда, эту сторону сейчас как. Эту сторону. Так, ладно, дальше продолжаем красить. Всем вкусняшек, вкусняшек. Отличного настроения. Я одну банки краски полностью израсходовал. Все оно израсходовано. Этой же кисточкой домазываю другую банку. Все, я уже ее домазал этой же кисточкой. Кстати, краска хорошая, она не бежит, ничего не обляпался, получается по 0,9-1,8 килограмма я смазал. Промазываю здесь вот эти углы соединительные, лучше домазываю. Ну, не соединительные, а вот эти, где с боков побольше краски сюда. Заняло это на все про все у меня, ну, сейчас скажу, 2,5 часа. Это я делал. 2,5 часа. Практически 3 часа. Сейчас, потому что дамажу эти все углы, и они больше впитывают боковые, ничего страшного, побольше их и нормально. Краски прям хватило как надо. Сзади я тоже полностью заднюю стенку прокрасил. Также и ту колонку полы прокрасил. Я думаю, шикарно. Знаете, вот так вот в гараж это. Шикарно. Делаю же это еще и с удовольствием. Как же без удовольствия? Только с удовольствием. Вот эти боковушки. Потому что как губка напитывает именно боковушки. Нам, чтобы долговечно. Они вон советские, по сколько лет стоят. Фиг его знает. Главное, что у нас вода, чтобы влага не попадала. И все. Вообще вода рак всего.
сырость, вода, вот эти вот. Как? Ништяк? Ништяк. Краска сильно не пахнет, потому что здесь такой жары нет. И надышался краской. Это летом, когда много красишь, все-таки 1,8 почти 2 килограмма скрасить, это можно надышаться. Но это только летом. Сейчас. Так, пройдемся. Чего не забыл? Иди. Тихо, осторожно. Осторожненько. Вот эти, да. В аккуратик. Ну что? Все, я домазал, сейчас простираю еще. Где внизу лучше. Все пусто. Я думаю, нормально. Сейчас я, знаете, куда оставшиеся дену? Вот сюда, на наши эти отверстие. Сейчас пройдем вот так. Вот так вот. И заодно кисточку потом на выброс. Видите, как экономно. Главное делать с душой, да? С душой. Всего соберем. Главное это все с душой. С душой. В принципе, вот и все. Вот и все. Теперь что? Дома возьму, сделаю провода. Пусть это все высыхает.
то обогреватель выключу. И будем дожидаться еще, наверное, неделю или две недели динамики. Вот и все. Вот и все. Все. Отличненько. Вот такая красота. Это я потом выброшу. Ну неужели? Первый раз обляпался. Первый раз пальчик обляпал. Да. Ну ладно. Это чтобы... Так, во, чисто. Чистенько сюда. А это чистая перчатка. Ну как же не обляпаться? Хоть один раз-то пальчик макнуть нужно. Пусть это все здесь стоит. Так. Так. С вами был Сынулька Красотулька. Пока пусть это все стоит. Я пойду домой. Сейчас буду записывать ролик, болталку, говорящая голова. Всем вкусняшек, отличного настроения.